Здравствуйте, спасибо большое. Это аплодисменты Владимиру Семеновичу, я думаю, вы со мной согласитесь. Меня зовут Энгельгард Роман. Сегодня я вместе со своими друзьями-музыкантами из Красноярска, один из которых родом из Абана, Саша Короленко, выйдет тоже на сцену, и Андрей Макаров, красноярский баянист. Вот, вот такой небольшой концертной бригадой мы продолжаем нашу традицию. В 2014 году под эгидой нашего фестиваля «Красноярск поет Высоцкого» родился проект «Красноярье поет Высоцкого», который сейчас поддерживается Министерством культуры Красноярского края в рамках национального проекта «Культура». По традиции мы наш концерт начинаем с военной темы. И я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться. Но с неба свалилась шальная звезда, прямо под сердце. Но с неба свалилась шальная звезда, прямо под сердце. Нам говорили, нужна высота, и не жалеть патрон. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Он молчал не в попад и не в так подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Я однажды гулял по столице, двух прохожих случайно зашиб, и попавши за это в милицию, я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала, видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая, и решил я ее разыскать. Женщины, как очень злые кони, надо бы закончить эти дела. Может, я чего-то и не понял, но она обиделась и ушла. Не судьба меня манила, и не золотая жила, а широкая да моя кость, и природная моя злость. Нет, не подставщики, не ангелы, сплавщики, неизвестны заповеди нам. Будь ты хоть сам Бог, Аллах, зато я знаю толк в стволах и весело хожу по штабелям. И не судьба меня манила, и не золотая жила, а широкая да моя кость, природная моя злость. И не судьба меня манила, и не золотая жила, а широкая да моя кость, и природная моя злость. А широкая да моя кость, и природная моя злость. Земной пирог, не унывай и не кричи от наших воплей, он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. И передай ему привет, а позабудешь — ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и как положено умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь,
Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Если беден я, как пес один, и в дому моем шарок один, ведь поможешь ты мне, Господи, и не дашь мне жизни скомкать. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Где твои 17 лет? А где твои 17 бед? А где твой черный пистолет? А где тебя сегодня не будет, Семенович? На большом горе. Получилось же, да? Сегодня я посетила замечательный концерт «Красноярье поет Высоцкого». Знаете, мне кажется, что это огромный вклад в культуру нашей малой родины. Сегодня я с большим удовольствием посетил концерт «Красноярье поет Высоцкого». Я очень признателен ребятам, которые прибыли в наш родной поселок Абан. Что такое Высоцкий? Что такое песни Высоцкого? Это история, это жизнь, это судьбы людей, которые излагаются в стихах и в музыке. Концерт сам по себе имеет глубокий смысл. От себя добавлю профессиональное исполнение вот на сцене и произведений, и песен на самом деле тронули и трогают до слез. Поэтому я искренне выражаю слова благодарности организаторам, самим ребятам за то, что доставили хорошее, настоящее удовольствие и еще раз прочувствовать творчество этого великого актера, великого поэта, великого музыканта Владимира Семеновича Высоцкого.